Сегодня по запросу в Гугле «Как стать кем-то» 2,5 миллиона ответов. Самые популярные запросы в Гугле – это то, как стать богатым, а второй из них – это как стать феей. Я помогу вам при помощи разных людей, которые добились чего-то в своей жизни, стать тем, кем вы хотели бы стать. $11,500,000 запросов о том, как стать директором парка. Сегодня с нами здесь настоящий директор парка, он же и рэпер, Илья Серых. Да, Илья, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, ты решил стать рэпером? Это было какое-то решение или ты просто вот происходило? Я просто понял, что я могу делать музыку вместе с командой, да, и эта музыка может быть кому-то полезной, это вообще может быть очень крутым, хорошим продуктом, и я понял, надо делать. А что дальше последовало? Мы начали просто пробовать в городе какие-то маленькие мероприятия, там, просто блоги какие-то снимать, ходить песни петь там в кафехах, и все очень начало стремительно, быстро расти. Если суммировать, чтобы рэпером стать, что нужно сделать? Принять решение? Начать, и нужна команда. Илья, я знаю, к тебе пришла безумная идея, когда ты стал рэпером, все это происходило. Потом ты однажды написал мне в социальной сети, что ты хочешь стать директором парка. У нас город небольшой, за полтора года от мероприятий мы стали очень известны. И летом 2013 года мы проводим мероприятие «Лимонад» называется. Сделали, я смотрю, стою на этот парк, когда уже все провели, и говорю: «Бог, ну вот же парк, я вижу его, да, я знаю, как я могу там что-то делать, создавать его, почему в нем никто ничего не делает? Может, я начну?» Потом мне через два месяца звонят гендиректора завода нашего, который вот самолеты выпускает крутые. У них парк Гагарина. Он мне говорит: «Приезжай, помоги нам с баскетбольными площадками, там, тем-то и тем-то». Потом он просто мне предлагает: «Хочешь стать директором?» Директором парка? Да. У меня это был вообще шок. Они меня отправили сейчас в командировку в Москву, оплачивают мне все обучение. И у меня уже там куча идей, я там пишу концепцию. У меня связи вот так по всему городу начали разрастаться. Я со многим количеством серьезных людей начал знакомиться. Просто прихожу: «Здрасте, я директор парка Гагарина, у меня к вам дело». Что людям, вот они хотят стать директором парка, что делать? Твой совет. Надо просто заниматься самой разнообразной деятельностью, потому что парк культуры и отдыха – это большая платформа для деятельности. Надо делать мероприятия, надо ходить, общаться с администрацией. Ты директор парка. Да, я директор парка. Спасибо большое.